Live long and prosper, comrades. Today we're gonna see the work of EMT Atomny in the game Reanimation Inc., a realistic simulator of ambulance. Ну что, товарищи, ради высшего блага, сегодня вы увидите работу братика Атомного в реанимационной... за реанимационной работой в реалистичном симуляторе... скорой помощи. So, let's go on our next assignment. Выезжаем на следующий вызов. Okay, that's adds plus. Посетите магазин, чтобы разблокировать все режимы, ускорить время в игре, поддержать проект и многое другое. Okay, yeah. You can support this game. Можете поддержать эту игру, if I had money, I also supported it. And by the way, it is selling on Steam. Кстати, эта игрушка продается еще в Steam, можете поддержать, да? Лерия Кузьмина, 67, как-то хорошо выглядят старушки. Чё-то не знал, мать и жена. Okay, this is mother and wife, Лерия Кузьмина, 67 years. No pulse, нету пульса. Fibrillation, так, начинаем фибрилляцию. Yeah. She need to be charged, ей нужно приготовить. Let's bring some oxygen, немного кислородика дам. Okay, we waiting till the charge. Ждем заряда. And let's use the defibrillation. Используем сейчас дефибриллятор. Ready? Готовы? Still everything bad, все еще плохо. So let's start entrance. Давим доступ. Yeah, critical condition. Включаем критическое состояние и выдвигаемся. Charging up, заряжаемся. So we did the access, мы дали лекарство. Adrenaline. Адреналин даем. Okay. I'll start compression, начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Два вдоха. 1, 2. Отлично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разряд. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два вдоха. Заряд. Окей, I guess we are losing the patient. Похоже, мы теряем пациента. Two, three, four, five, six, seven, eight, ten. One, two, three, four, five, six, seven, ten. One, two, three, four, five, six, seven, ten. One, two. Вдох. Окей, okay, so saturation is a problematic. Сатурация у нас проблема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Разряд. And и... Окей, okay, we are needed to give him adrenaline one more. Еще the atropine. Давайте амидарон. Используется в фибрилляции желудочка при фибрилляции предсердий. Окей, okay, yes. Да, вводим. Тропин. По-моему, у нас первый мертвый. I guess we have the first dead. Yeah. So, again, go atropine. Атропин даем. Charging up. Заряд. So, patient is almost dead. Пациент уже почти мертв. Yeah, and adrenaline. И адреналин еще даем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз вдох. Два вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заряд. Есть. Вдох. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вдох. 1, 2. Так, ну мы потихоньку
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заряд. Так, заряд. Два вдоха есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Critical condition. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Breathing. Вдыхает. Адреналин. Еще один раз адреналин ему. Окей. Окей, диагноз у него. Окей, so he had fibrillation of the ventricles. У него была фибрилляция желудочков. Окей. So heart not beating. Сердце не бьется. But we managed to deliver patient alive. Ну, смогли доставить пациента живым. Well, that was the heart. Достаточно тяжело получилось пока. But still he managed to survive. Ну, по крайней мере, выжил. Окей, 2400 баксов. 240 баксов. Next call. Следующий вызов. Barely. Едва ли. And by the way, you can see the nuclear simulators, like, of nuclear power plants on my channel from this same developer. Кстати, вы можете посмотреть у меня на канале симулятор ядерного реактора от этого же разработчика. Anna Reifer, 46. Man of honor. Woman of honor. Женщина чести. Cold sweating, white skin. Oh, so she has a bleeding. У нее кровотечение. And I have nothing to stop it. У меня ничего нету. So, okay. Let's research. Давайте исследовать. Can I put there? Okay. Использовать средства. Если наличные, можно ускорить комплект в ангаре. Okay, yeah, starting bleeding. Loss of blood. Останавливаем кровотечение. Окей, let's inject transfusion. Начинаем трансфузию. Intravenous access. Интервенозный доступ. Окей, that's pretty okay. Пока все нормально у нас. Can I give more bandages? Можно ли еще один пластырь наложить? Just in case. Просто на всякий случай. With heart is pretty okay, so сердце все хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, let's give him breathing. Давайте дадим дыхание. Okay, maybe we should start defibrillation. Возможно, стоит даже начать дефибрилляцию. One more. Еще. Oh, by the way, with the running home. Быстро домой. Быстро поехали в этот. Okay. 1, 2, 1, 2. Дадим немножко подышать. Is that okay? Все ли нормально? I guess not. Думаю, нет. Another plaster. Еще один пластырь накладываем. He is losing too much blood. Слишком много крови теряет. A transfusion is ready. Переливание готовится. Okay. Let's give them adrenaline. Даем адреналин. I guess this is we don't need. Думаю, это не нужно делать. Okay, that's back. Это пока назад. And last transfusion. И последнее переливание. Okay, breathe. Дыши, чувак. He's not breathing. Он не дышит. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Breathe. Дыши. Окей, атропин ввожу. Yes, no oxygenation. Да у него почти нету этой самой оксигенации. He almost lost all the blood. Он почти всю кровь потерял. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Раз, два. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, да давай же, дыши. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей, he has a very good blood pressure. У него очень хорошее давление. I don't have any transfusion. У меня больше нету никакого переливания. So, what I can do next? Что еще я могу сделать?
Okay, giving this. Давайте вот это дадим. He... Is he okay? Все ли с ним нормально? No, no, no. He is dying. Он умирает. Well, at least we can deliver. По крайней мере, постараемся достать. He has fibrillation. У него фибрилляция легких. Адреналин. Okay, charging up. Заряжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe, breathe, да дыши же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Breathe, I guess this one dies. По-моему, вот этот вот умрет. Окей, that's nothing will help. Это ему не поможет. More adrenaline, больше адреналина. Окей, that's impossible to do. Ничего невозможно сделать. He will be dead, он умрет. Charge. Разряд. Окей, blood loss. У него потеря крови. And I guess I've messed up. Думаю, я напортачил слегка. Не слегка, даже сильно. Окей, blood loss. Кровотечение. Yeah, and his heart not beating, but he was alive. Ну, по крайней мере, он жив. Maybe the hospital crew could have saved him. Возможно, хоть в больнице его как-то спасут. Barely, едва. So next call. Следующий вызов. Yeah, I want to upgrade something. Хочу кое-что увеличить. So yeah, this is better. And I have not enough money. А у меня недостаточно денег, so I cannot stop the blood. Не могу пока остановить потерю крови. Это будни российского реаниматолога. Случайный режим. Окей, so the spontaneous mode. Окей, cold sweat, white skin, 56 years, Алиса Лебедева, woman, played in theater. She is in a crash. Она попала в аварию. So she has blood loss. У нее потеря крови. Окей, constantly. Yeah, we are in critical condition. Да, мы в критическом состоянии. Окей. Also start giving him bandage. Сразу же эти самые повязочку даем. Ventilation of lungs. Вентиляцию легких. Can we actually remove that? А можно ли ее убрать на самом деле? Окей, breathe. Дыши, дыши. Breathe. Дыши. He has a loss of blood. Достаточно сильная потеря крови. Or she has. У нее достаточно большая потеря крови. Окей, everything good with breathing. Все пока хорошо с дыханием. Everything good with the pulse. С пульсом тоже все хорошо. But she is losing blood. Но она теряет кровь. Maybe prepare the access. Приготовим доступ венозный, чтобы давать потом препараты. Это пригодится. She is okay with breathing. Пока все хорошо с дыханием. We will then start transfusion. Скоро начнем переливание физраствора. Yeah. Okay, fine. Пока все нормально. A little bit of oxygen. Немного кислорода дадим ему, ей. Yeah. A loss of blood. Все еще продолжать. Something weird happening with the heart. Что-то не так с сердцем произошло. Окей, oxygen is fine. С кислородом все хорошо. Окей, we should start transfusion. Нужно начать переливание. Окей, starting first transfusion. Начинаем первое переливание. Everything is good. Пока с давлением все хорошо. Blood pressure is okay. Давление у него в норме. I definitely need something better. Точно нужно что-то получше. Do we need to charge defibrillator? No, that would be okay. Нет, заряд дефибриллятора мне... Окей. Okay. So, blood pressure is dropping. Падает давление. Адреналин. Injecting. Ввожу адреналин. Transfusion complete. New transfusion. Новое переливание пошло. Окей, okay, breathe. Дыши.
So pulse increases, увеличивается частота пульса. The pressure is dropping, давление все еще падает. Oxygenation good, оксигенация в норме. Well, we will manage to go to hospital. Мы отлично справимся до госпиталя. Okay, the last transfusion, последнее сейчас будет переливание. Blood is retaining at the normal state. Кровь у нас остается на нормальном состоянии. Last transfusion, последнее переливание. And yes, we managed to breathe, дыши. What's with oxygen? Что с кислородом? Pressure steadily dropping. Давление падает регулярно. Yeah, we managed. Да, смогли доставить ее. Blood loss. Потеря крови. That was easy. Достаточно легко. Well, this was better. Было лучше. Yeah, that's... You know, even if you know what to do, it's like the... how to... well, this is really intense and like feelings... Oh, that you need like emergency doing something and forgetting everything. В общем-то, да, знаете, вот напряжение такое, и забываешь все, чему учился. Вроде как знаешь, что делать, да, а вылетает из головы. Интересно, передает ощущение, конечно. Okay, good. 390 у нас. I cannot do nothing. Пока больше ничего не могу. Let's another call. Еще один вызов. Last for today. Последний на сегодня. Неровная улыбка, внезапная проблема с речью, слабость из одной из рук. При признаках инсульта звони в скорую. Окей. Okay. Илья Кузнецов, 66 years, a grandpa. He likes cats. So, patient feeling sick. He has a bad breath, плохая одышка, maybe he has a blood loss, возможно, у него потеря крови. So let's check that out, давайте проверим temperature, температуру. Why I need temperature, зачем мне нужна температура, I don't know. Не знаю. 36.6, все нормально. Okay. Fibrillation, myocard, fibrillation, у него фибрилляция миокарда, intravenous access, приготовимся к интервенозному доступу. Oxygenation good, оксигенация в норме. We need to inject atropine, нужен атропин сейчас. No, amiodarone, по-моему, amiodarone. Или, okay, yes, injecting that, вводим. So, итак, I guess he will be alright. Думаю, все будет с ним нормально. Let's check that out. Смотрим. So, that should be normalized. Сейчас должен нормализироваться пульс. Okay, it became better. Он вроде становится лучше. Okay, that's almost normal. Почти нормальный. Yeah, good picture. Отличная картинка. Yeah, that's what we should see. Да, это то, что должно делать. So, staying him at home. Оставляем его дома. Фибрилляция предсердий. Okay, so myocard fibrillation. Right, правильно. Good, здорово. So, that was a good mission. Хорошая миссия. And bonus. Вот так, что это у нас? Выжить на рынке мобильных игр сложно. Игры способны научить чему-то, заставить игрока думать мало. Если ты считаешь, что моя игра достойна того, чтобы ее увидело большее число людей, пожалуйста, оставь отзыв на нее в Google Play или App Store. Я не прошу тебя оставить ей хорошую оценку, просто напиши свое настоящее мнение. Это действительно очень поможет мне. Бонус тебе за обещание поставить оценку. Верю на слово. Спасибо. Okay, so this is the bonus. If you are supporting this game, definitely I support this game. So I will recommend you all to play it. And okay, we will have the last mission for today, and then I will receive bonus and recommend you to buy this game. I рекомендую вам по возможности купить эту игру. У нас последняя миссия на сегодня. И, собственно, потом пойду заберу бонус.
Okay, yeah, 5 stars, definitely 5 stars, because this rarely to see educational games. Реально тяжело увидеть образовательные игры. Антон Соловьев, another grandpa. Еще дедочек у нас. Okay, so what we see here, что мы видим? No blood loss, никаких потерь крови. Let's check the temperature, проверим температуру. And prepare intravenous access. И приготовимся к интервенозному доступу. Yeah. Myocard fibrillation, у него фибрилляция миокарда, предсердия, intravenous access, даем доступ интравенозный. And injecting amiodarone, и вводим амиодарон. Окей. Хорошо. Okay, so picture should change now. Сейчас картинка должна меняться. Let's check. Oxygenation in normal. Оксигенация в норме. 17 bars per minute. 17 вздохов в минуту. Pressure is okay. Давление нормальное. Yeah. Graphic is normalizing. График нормализируется. Явно. Pulse. Okay. That's a good pulse. Хороший пульс у нас. Yeah, he will stay home. Он остается дома. Okay, yes, myocardial fibrillation. У него фибрилляция предсердия была. Right, правильно. Done, готово. Okay. So now I will take my bonus. Теперь я заберу мой бонус. And recommend to put this game like and also to buy it either in Android Market or on Steam. Рекомендую вам купить ее на Steam или Android Market. That's very good educational game. Очень хорошая образовательная игрушка. And until next episode, live long and prosper. До следующего эпизода, живем и процветаем, товарищи.